М2.0. Главное, никто в чат не пишет «занятые руки» за Сёмой. Да, кстати. Вообще удобно, даже на чат не надо отвлекаться. А Семён — это чисто ультимативный абуз. Мафия — игра для интеллектуалов, эстетов и элиты. Я напоминаю. Не му, а мо. Му. Надоела мавка уже, ни в коем случае. Мафия — моя самая любимая игра. Я готов в мафию каждый день играть по 10 часов. Моя любимая игра самая. Зануда будет только если после 10 вечера. Я ей напишу потом. Не-не, ребят, Among Us, слушайте, Among Us — это... мафия для дурачков. Вот есть нормальная игра мафия, лучшая на планете, для элиты, для сверхразумов. А есть вот этот вот Among Us, вот этот Project Winter, вот эта вся санина, да, чисто для, ну, дурачков каких-то. Угу. Мафия — лучшая игра на планете. Реально, марафон мафии 58 часов хочу устроить. Жалко, людей набрать не могу. Но очень хочу. Ку достал еще раз красную. Я рад. Смотрите, если я черный, восьмой игрок будет жить в этой игре. Его душат. Сколько уже, типа, не, на самом деле, Семен, ну сейчас у меня, типа, есть, ну, короче, мысль. Я сначала тебе скажу. Ты играешь в последние дни, ну, я считаю, прям, ну, very nice, прям вообще молодец. Играешь вот мафов, красава. А мысль какая? Последнее время заметил, что собирать в мафию, ну, короче, знаете, там, собрать там стол, лампу и сильный очень трудно становится. И это слегка грустно, потому что там хочешь собрать, ну, там вот стол сильный, идешь туда, а там такая душка, вообще просто ужасно играть. Ну, вот мы тут сидим, вроде как стол плюс-минус чил, меня это в целом устраивает. Арсен, ну-ка выкинь каку, выкинь, все, молодец. Не, ну за начало, за первые там секунд 30-40 я могу сказать, первый, наверное, точно красный. Смотрите, кто такой первый, пока не понял, нужно послушать его Цветану Попели. Я считаю, очень изменился игрок номер 8. Ну, типа, есть... Короче, он не шериф, либо, ну, может быть, пистолетик, либо просто красный. Но я думаю, что восьмой не шериф. Вот, у меня было, я сейчас посчитал ночью, 6 подряд черных карт. Вот я гарантирую, в этой я не пистолетик. Возможно, просто дон, но не пистолетик. Вот, смотрите... Как по игре, давай, там бубы. Смотрел? Жду тебя, брат. Думал? Пятый, короче, поменялся с прошлой. Хоть я и на черном был, но именно я его красным цветом нахожу именно до его речи, как он говорит. Сейчас вот он, ну, не так сидит, как я думаю. Поэтому пятого подозреваю заранее. Вы братцы с Семеном или что? Я просто понимаю. А что Семен? Показал пятый черный, что ли, уже? Тогда восьмой, наверное, красный. Спасибо. Думаю, красный 2. Думаю, цвет первого я по речи не понял, потому что мысль, она достаточно, ну, такая, она... Знаете, это из разряда тех мыслей, которые витают в воздухе и которые можно подцепить вообще спокойно, даже если ты там всю ночь договаривался, потом проснулся и такой думаешь, надо что-то сказать? Я такой, а, точно, столы собирает, ну, типа... Поэтому первый может быть абсолютно любого цвета, но думаю, красный 2. Вот, а второй, как я понял, цвет первого игрока тоже не особо определил. Чисто по игрокам 5-8 больше поговорил, чем по первому. Я не считаю это по черному, кстати. То есть, ну, я обычно люблю, когда больше речь первого разбирают, но тут как-то не было чего-то такого, за что я бы мог зацепиться в речи первого. Поняли, да? Смотрите, поиграю 1, 2, 3.
Со вторым, потому что нашел его больше красным, а первым, потому что просто хочу сыграть с первым. Ну, просто. Спасибо. Угу. Молодец, молодец, Джузи. Я уже хотел сказать, за что первый такой черный. Смотрите. Так. Очень большое копье. Так, смотрите, извиняюсь заранее за то, что у меня сгорела лампа, и меня почти не видно. Заранее извиняюсь. Смотрите, я подумал, первый красный именно за то, что он на своей речи. Вот именно пытался что-то заметить по столу, что-то... я там вытащил, это он мне сказал, убери Арсен. Он именно выгляделся в стол, пытался свои мысли какие-то донести, поэтому подумал, красный первый. Потом, как второй покопался в речи первого, то, что он сказал, может найтись такие, может это, может эти, четвертое, поэтому подумал, больше красный второй. Поиграю 1-2-3 на этот круг. Вот именно, я сначала подумал, Джози поиграет то, что 2-3, типа без первого. Типа 1-2 двойки я не увидел, почему он тогда первого не берет. И первого он супер черным не нашел, поэтому я подумал, поиграю без 3. Но потом третий сказал 1-2-3 играю, поэтому я поиграю 1-2-3. Самый красный, наверное, у меня будет 2, потом 1, потом 3. Вот так вот. Спасибо. Ку, мемный лист, привет. Да, вот, конечно, есть профильный аргумент, потому что, ну, не очень рабочий, но мне показалось, когда четвертый игрок сказал, извините, я извиняюсь за лампу, у меня, ну, такое ощущение, как будто он реально либо черный проснулся, либо доном на договорке, он какую-то динамику давал, и, ну, боялся, что его мафа не поняли. Но я сказал, что аргумент реально был профильный. Ну, типа, в какой-то вселенной он может сработать, в какой-то нет. И именно из-за этого немного подозрительный 4. Я не знаю, мне показалось, второй немного поменялся, хоть я сказал, что я подозрительный, он меня, ну, по посадке редко, кстати, находит больше после речи или каких-то жестикуляций. Как именно третий говорил прикольно, просто прикольно по игрокам 1-2, именно каких-то аргументов не было, но мне казалось, именно вот на черной карте нет смысла выделять второго красного, это реально удобно сожрать второго. Ну, что он поговорил о том, как я сижу, и о том, почему красный восьмой, потому что показал, что пятый черный. Мне показалось, ну, реально, профита нету. А первый красный, ну, я не знаю, вроде красный пока что. А тут сыграю, даже доставать сыграть 1-2-3-4, самое подозрительное 4 будет. Ну, потому что реально аргумент то, что он подозрительный рофи. Смотрите, есть две версии игры. Правда, лично мое мнение, именно так говорят игроки скорее черные. Но, ну, короче, это субъективщина, наверное. Смотрите, я думаю, до меня много красок, при одном условии. Если не черная команда, 2-5-8. Объясню. Мне вот эти... Смотрите, вот эти заочные типа обращения, они, ну, больше очерняющий вид имеют. И как пятый игрок говорил по второму, мне кажется, вот второй изменился, да. Второй говорит, ну, мне кажется, пятый изменился. Ну, вы поняли, да? Смотрите, мне кажется... Можно, кстати, вообще 1-3-4 в этом случае сыграть, но просто я реально подозреваю 2-5. Ладно, пофиг, давайте со всеми сыграю, там посмотрим. Я в прошлой игре в семерке, по-моему, или в девятке сказал, что мне сложно играть, потому что мне сложно понимать цвета, да? И вот у меня есть игроки 5-6, которые сыграли со всеми. Я понял цвет, но вы поняли, какой. Вот этот цвет я понял. Вот. Дальше сложно, понимаете, потому что там сыграли со всеми. Значит, что я подумал? Третий поговорил хорошо, мне понравилось, что поговорил третий. Потом скажу по четвертому игроку, он привел аргумент, что вот первый посмотрел на стол, я заметил, что мафы чаще смотрят по столу. Я не говорю, что первый черный, просто именно с первого бокса мафы, когда не знаешь, что дополнить свою речь, они именно начинают смотреть стол и что-то там еще вот сказать, чтобы речь заполнить, поняли? Вот поэтому четвертый мне показался подозрительным. Вот. А, да, и второй мне показался довольно красным, именно за то, что он сказал именно к пятому и к восьмому и закинул про обоих. Но единственное, что было странно, он сказал, что восьмой поменялся. Во-первых, второй был мафом в прошлой игре, во-вторых, восьмой в прошлой игре был черным, шерифом. Вот. И в-третьих, восьмого в прошлой игре не было видно вообще. Как можно понять, что он поменялся, это очень интересный типа аргумент, поэтому то, что шестой заподозревал второго, ну, наверное, шестой не черный. Короче, говоря, я поиграю только с третьим. Да, это вот хороший аргумент, я удивлен, почему 5 игроков до меня не сказали об этом. Только вот на седьмом слоте человек додумался сказать, что я в принципе появился на веб-камере. Ладно, смотрите, неважно. Мне кажется, самый красный 3, просто, ну, потому что его красняют, мне вот самая речь понравилась, типа не такой красный 2 уже объяснили, за что. Подозрительный 4 за то, что, смотрите, он говорит, я сейчас хотел сказать, что вот уже напасть на первого, но после этого он говорит, сбивается и не выдает свои мысли, как будто до этого мысли у него не было, поэтому подозрительно 4. Мне понравились мысли 6. Мне кажется, это типа мысли красного игрока, потому то, что он еще все равно заиграл всех, это мне показалось, типа, вот это именно доля размышлений, пока что больше красный 6. По идее, 5-й красный за размышления по четвертому, потому что мне 4-й самый подозрительный среди 3-4, ну, 1-2-3-4, у меня подозрительный 2, менее подозрительный 3, 1-го хрен поймем. Поэтому мне кажется, ну, по идее, красный 5, но хрен его знает. Мне кажется, больше красный 3 и 6.
И 7. За то, что подметил и все правильно сказал. Я играю 3-6-7. Играю 1-2-3-6. Между 5-4 мав сидит. Если 5-й красный, 4-й черный, 8-й красный. Если 5-й черный, 8-й черный, 4-й красный. Мы 3-6 самые красные по столу. Слово не понял. Цвет не понял. В предыдущей игре ты сказал не приводить аргументы по камере, так он сработал. В предыдущей игре человек не показывал свое лицо в камеру, не было договорки, был шериф. А в этой игре он показывает свое лицо в камеру. Вот. Я свинья, мне можно. Я играю по неигровым моментам. Поэтому если 8 черный, то с 5 и 4 красный. 1, 2, 3, 6. Обращаясь к шерифу на том статье, ну, возможно, шерифу. Я, кстати, в 6 лет не буду, я предупреждаю. Динамика на 6 лет не стоит. Я бы на 5-м статье также сыграл, мне кажется. 1, 2, 3, 4 играю, и аргумент по второму, именно, вот, именно аргумент немного изменился. Вот это и было моё мнение. Поэтому, видимо, у нас раз так сильно сошлись мысли, то как раз на 5. Подумал, как четвёртый начал речь, ну, третий получается, молодец, молодец, типа, ну, 3-4 нет двух чёрных, нет двух. Черников, то есть там есть красный игрок, они оба сыграли 1-2, и равно два больше красной на речи, и второй сыграл первый почти. Так. Сделайте базу, пожалуйста. Вы готовы, 10-й игрок? Так, хорошо. А, я не могу никого выставить. Сори, класс без попила. Но я бы 7-8 вообще поднял на 0. Блин, жалко. Состав на турик. Да, видел, я болею за зануду и факера. На всякий случай заранее отвечу. Вот, спрашивают иногда. Он из Чернобыля. Это забавный рофл. Турик завтра в 6 вечера буду кастить. Чат, а не знаете, как там поживает игра это, Watch Dogs Legion, которая, и как она вообще нормально вышла, ненормально? Стоит ее пробовать? А то я так и не успел посмотреть. Ни обзоров, ничего. Не, ну у меня реально 6 черных подряд было. Смотрите, никто не заметил по четвертому игроку такой момент. Он сказал, второй круто разбирался в первом. Я сказал, 40 секунд первый игрок... А, за первые 40 секунд первый игрок точно красный, то такой один, не знаю. Четвертый игрок сказал, что я круто разбирался в один. Я думаю, красный 10. Я думаю, красный 10. Это мой цвет. Вот я отстрелился, 10 красный. Яхтмен либо черный, короче, либо шериф. У меня вот такие по нему мысли. Я пока не понял, кто. Так оставлю. Ты вскрываешься с черной проверкой. Ну ладно. Не знаю. Ага. 1, 2, 3, 6, 9. Я не очень понял эту команду. Ну, я просто 8, не знаю. Не понял тебя. Не, ну вообще команда 1, 2, 3, 6, 9. Прикольно, если ты считаешь черные команды 4, 5, 8. Мне кажется, команда адекватная. Подумал, красный 6. То есть, не важно, что команды 2, 5, 8 нет. Сама мысль была не по-черному озвучена, как мне показалось. Я думаю, 4, 5 обязательно есть какой-то маф. Потому что, действительно, даже я на своей речи отметил, что второй в первом вообще не разбирался. Он обсуждал игроков 5 и 8. А у четвертого действительно такая фраза прозвучала нелогичная. Поэтому потенциально может быть игроком не красным. И отсюда может быть не красный 5-й игрок, да, которого все устраивает. 1, 2, 3, 4, 5, большая красная команда, все дела.
Наверное, красный 7. Второй сказал красный 10. Клаус, смотри, я выставлю пока тебя, просто потому что ты должен обязательно стоять, а тебя вряд ли кто-то еще выставит. Ну, спасибо. Смотрите, именно за первые 20 секунд речи 9-го игрока я показал уже 6, 8, 9 много черных. Привет, потом 9-й игрок мне больше понравился, именно по размышлениям, именно за то, что он сказал по 8-му игроку, именно за то, что он захотел грязнить, подумал 9-й красный. Смотрите, от того, что 9-й красный, я подумал, что 6-й черный, именно за то, что он сказал 4-й, сказал, что хочет въехать в 1-го игрока, а потом передумал. Я такого не говорил, я сказал то, что я подумал, что 3-й хочет въехать в 1-го, а я 1-го нашел больше красным, поэтому подумал не красный 6, но от того, что у меня, скорее всего, по последним 40 секундам речи Рима 9-й покраснее, я думаю красный 6. Вот что я думаю. Смотрите, у меня маф обязательно должен сесть среди игроков 7-8. И уже не такой красный 3, который говорит мне, что 7 красный. У него точно 8 черный с моей позиции. Вот я думаю, что. Я думаю, точно не красный 3 пока что. 7-8, 1 маф. Все. А какие акценты у тебя были на 0? 2, 1, 3. 1, 3, 2. И теперь у тебя третий не красный, у тебя обязательно маф 7-8. У тебя 9-й красный, из-за этого красный 6 по 9-му. Ну, а кто еще? Ну, я просто не понимаю, кто у тебя еще черный, кстати, Джози. И за 1, 2, 3, 4 я сказал, 4 сам подозрительный. И, во-первых, смотрите, ты 6 я буду нести, как минимум, в этой игре. Я думаю, красный 6, но это вот прям обязательное действие. Реально, не посчитал 10-го черного, я понял, в принципе, почему я оставил 2-й кастом, именно за начало речи. Вот такие фишки, вот именно эта фишка не была замечена. Тут зрачков не было, ничего другого не было. Ну, как сыграл 9-й именно по 8-му, то есть, я думаю, аргумент не рабочий, то есть, ну, допустим, 10-й может... Он показал же, он навел веб-камеру перед игрой, а уже, ну, не во время договорки, то есть, именно этот аргумент по 8-му не работает от 9-го. Блин, я просто от этой речи очень подозреваю 4-го, он сказал красный 9, из-за этого, а 4-й у тебя 9-й сказал... Только при одном случае 4-й может быть красным, и все его поняли. Так... Что-то мне не идет. Я думаю, красный 3. Не, черный 5. Четвертый потенциальный шрифт с красным 9. 4-8 не вместе черные. Седьмой больше красный. Скоро да, будет. Ты понял, да, к чему я веду? Что да. Скоро будет? Я не понял. Вот первый игрок не говорил свою речь. Ну, правда, по остатку у меня выходит, что первый маф. Но это пока так. Я поднимал 4-8. Ну все, тогда ладно, попилишь. Ну окей, поступила интересная информация, что 8 шарик. А, 22 годика, это боже. Это 4 еще больше маф. Скоро будет 22 годика. 8 есть маф, 8 я красный. Января. Вот, значит, еще озвучу мысль, потому что ну, сейчас, когда 2 уходил, была мысль, что 6 может быть шерифом. Он не шериф, поэтому имеет смысл озвучить. И вот Клаус хотел со мной попилиться, кстати, это будет интересно, пускай он скажет, почему хотел со мной попилиться. Мысль была следующая. Я думаю, что 6 больше красный, потому что на своей речи он сказал, что если не команда 2, 5, 8, тройка, то в таком случае в игроках 7, 8, 9, 10 много черных игроков. Я специально умолчал, ничего не сказал про 6-го игрока. Вот, игроки 8, 9, 10 все назвали 6-го красным. Оттого я думаю, что 6-й красный. Вот, третий красный мой цвет. Вот такой первый, ну, теперь непонятно. Во-первых, он хотел со мной пилиться, во-вторых, он не поговорил. Вот, во-вторых, 6-й там насчитал первого мафа по калькулятору. Вот, моя рука, скорее всего, будет в 4-м игроке, если 8-й все-таки не попилит. Скорее да, чем нет. Еще один шериф. Ну, значит, попила не будет. Сейчас все, озвучу тогда свою проверку, тогда я буду ставить в 4-го. Потому что 5-й вскрылся, 8-й. 5-й вскрылся. Ой, да я проверял 5-го. Мне нужно было найти одного красного. Я хотел сейчас забайсить, хотел попилить 4-1-1-9. Потому что, смотрите, 4-й говорит 9-й красный, 9-й плохим акцентом играет. У меня акценты были 3-6 красные. Акценты. 4-й черный. 9-й просыпается, говорит, что? Что, Клаус? Шестой проверенный красный, не пятый. Шестой проверенный красный. 4-5-9 поднять. Или 1-4. Короче, смотрите. У меня шестой проверенный красный. У него цвет больше 5 красный. Я этого цвета не нашел. Я считаю, что 4-9 вместе больше черный. Все. Слушайте.
Давайте мы не будем играть в глупых людей. И про... Я не понимаю, вы рофлите или что? Я просто нахуй... Я сейчас... А ты уже выставлен. Как говорится, неудачно, да, он сказал, где Семен. Не, он же сказал, я провел игра пятого, потом сказал, не, шестого провел, это же было такое. Ну, я надеюсь, я мнение слышалось. Ну, и потом пятый краснее, чем 8-0, намного краснее. Шестой двухсторонний сказал, пятый точно шериф. А первый сказал, 8 точно дон, а шестой говорит, у него первый черный на рассадке. Типа, интересно. То есть уже, наверное, не такой черный, да? Короче, не знаю. Нам шерифа не нужны. 3-4, не 2 черных, красный я. Максим 9, может быть, потенциально будет по черным. Хотя 3-4 друг друга атакует, но именно 3-4 не будет по черным. Максим 9, ну, потенциально есть 2 по черным. Если красный один. Если сейчас он поговорит так, прям, что все равно, что делать красный, то можно делать прилёку там, с какого-то 7-го игрока. Вот что я думаю, 5-й игрок. Ладно, Семен, я думаю, просто типа там об этом. Смотри, Ещень, ты... Все двухсторонний красный, да? Кстати, пятый дон даже типа не выставлю, Семен. Вот хочешь, типа я выставлю тебе его? Хочешь, да, выставлю его тебе? А, смотри. Голосование 4-9. Ячмень. Я, ну, смотри, ты двухсторонний красный. Я общаюсь сейчас только с тобой. Смотри, у тебя третий красный, у тебя дон 8. 4-8 не вместе. Получается 3-4-5 все красные. Ты красный, 2 ушел, оставил типа 10 красным. Но я красный, ячмень. Что-то у тебя не сходится. Ну все, проверь. Так я двусторонний красный, ты проверишься. Все. Хорошо, хорошо, я проверюсь. А если сейчас восьмой шериф, а меня пятый, тогда с мафом, ячмень. Вот это будет очень обидно. Ну, Семен, я реально подумал, ты просто маф в ноль. Ну, я в тебя поставлю. Бедный Сема. Оговорился случайно. Ошибся. Семен ошибся. Чё поделать? Дон Семен. Да, мы в клубе интеллектуалов не прощаем такие ошибки. Я думал, другой шериф, поэтому... Обосрался. Ничего страшного. Отстрелится пятый. Потом отстрелится шестой. Угу. А дальше динамика. Там твои мафы выйдут. Я потом динамика. Скажу. Типа не парься, Семен. Тут он... Ладно, думаю, мои черные разберутся и так. Стреляется пять. Потом стреляется 6. А там уже на самом деле либо 2-2, либо там 1 останется. Чё-то на самом деле будет тупить. Мафло получает по заслугам, но Мафло получила по заслугам, когда оговорилась, да. Ну, красного нашел я тебе еще. А кто третий? Красный? Угу. 4-7-9 двойка. Какая? Галочку оставил. Короче, что ты сделаешь? 4-8-9, ты мне алха подсказываешь? Ну, подсказал, я сделал. Парни, гайд на шерифе, проверяйте ячменя. Он носит имя дона. Ну, шестой отстрелится, Семен сказал.
Блин, ну если 4, 7, 9, 10, то стрелом 2. На 7-го 0 не слишком начал подозревать. А каких-то... 4, 7, 9, где 7 говорит, уходит только 4, 4 такой руку будет ставить. 4, 7, 9, я понял. Проверка 6 тоже бомбезная была. 6-го все назвали красным, пойду проверю 6. Четко. Смотри, до сих пор, думаю, не такой красный 3. До сих пор, думаю, не такой красный 3. До сих пор не получается у меня собрать команду. Смотрите, у меня первый красный, шестой красный. У меня обязательно должны мафы сидеть 3, 7, 10. Все. Я 9-го посчитал красным. Все. У меня другой игры нет. 5-й ж проверил, Арсен. Третьего красным. Ты че? Так он же тебя проверил красным. А-а-а. Тогда я не знаю, кто маф. У меня первый больше красный, третий был черным, сейчас третий проверенный красный. 7-10 двойки нету. 7-10 двойки нету. Получается, я ошибся в цвете 9. 7-10 двойки нет. Почему? Потому что, наверное, 7 говорит, уйдет только 4, а 10 говорит, нет, 4 пока посидит. Наверное, поэтому. Блин, мне нужно было понять, я ошибся, что до меня много красных или нет. Нет, не ошибся, все правильно. До меня много красных. Я просто думал, 4-8 из черных нет. Нужно понять, 4-8-9 или 4-8-10. Что у меня красный 3-7. Все. Джози, а ты что думаешь по седьмому? Не, я реально поверил первым, когда он вновь сказал, типа, я красную карту достал. А что потом не сходилось ничего? У меня были красные цвета, 3, 5, 7. Второй стал 10-го красным. Я, по-моему, 4, 8 из черных нет. Поэтому 1, 4, 8, 9 было. А кто 10-й? Блин, я его даже не слушал. Правда. Господин шериф на 5-м боксе. Я, конечно, понимаю, что я тут типа новенький, вы меня не знаете, ой, да? Но я вам две игры подряд рассказываю, что я не понимаю ваши цвета никакие, кроме вот этого игрока. И ты пошел, проверил этого игрока. Где твой проверенный шестой сказал, он красный. Есть еще какой-то я, который сказал, он красный. Что, он первый проверил? Да что вы рофлите-то надо мной? Дай комедию. Зачем? Полно. Зачем? Вот Рилли Клаус. Я бы еще два круга сидел и думал, что третий проверенный красный, понял? Вот, короче говоря, ну, в четвертого буду голосовать. Что, 4-9? Баланс? А, ну. Жалко Рима, получается. Опять его мафы вышли, хотите сказать? Вот. Ну, 10-й красный, сейчас надо его послушать. 10-й красный только по второму. Ну, на ноль мне не понравился, как он поговорил. Потом второй сказал, ушел, сказал, 10-й красный. Я вот сделал, что 10-й красный, ладно, пускай посидит. Вот, но послушаем. Ты уже выставлен. Ладно. Я правильно понимаю, что это мат победы? Первый проверенный, шестой читает цвет третьего, 4, 7, 9. Окей, первый 4 идет, да? Ну, не знаю, что ты рассказываешь. Давайте так, я просто скажу, почему я красный, чтобы ячмень не послушал, хоть и на речь. Я на речи четвертого игрока показываю, что я играю 1, 2, 3, 4. Когда пятый игрок начинает говорить, я говорю 6, 7, 8, 9, типа, ну, наберете. Потом обращаюсь на речке шестому, говорю, я думаю, вы шериф, то есть я тебе не атакую, говорю, красный 5 мой цвет, самый красный, когда он по столу не самый красный, потом говорю, красный 2, ну и 3-4 точно не 2 мафа, и 2 говорит красный 1, короче, сыграл идеально, просто лучший в мире. Все, спасибо. Давайте сначала 9, может. Не, ну, просто получалось по игре, что между 5 и... Ну, лично у меня, хотя это первый озвучил Рим, он сказал, между 5 и, типа, 4 есть маф. Я подумал, 0-8 маф. Поэтому все мысли у меня с Римом, в принципе, сошлись. Но просто, типа, две речи, ну... Сейчас я пожелаю. Поэтому трудно. Его цвет понять. С седьмым хотел биться, не знаю, потому что просто я твою речь толком. Ну, короче, просто я привет, почему-то забыл. Айок, здорово, привет. Только поэтому.
Я думаю просто. С кем я черный, бусинка? Джози, именно на твоей речи ты свин. Значит так, я вообще считаю, у нас тут стол свиней собрался. Не сочтите за грубость, но вот реально вроде все люди взрослые, воспитанные, интеллигентные, играют в мафию. В мафию вообще глупые люди не играют. Мафия — это как бы очевидно показатель интеллекта. И вот вы сидите уже сколько времени, и никто из вас, свинтусов, не пожелал приятного аппетита девятому игроку. Рим, приятного аппетита, дружище. Кушай вкусно, кушай столько, сколько надо. Вот. Если по игре, я очень вас прошу не расходиться. Вот там через полчасика знакомая одна моя зайдет. Вот, поиграть хотела, поэтому не расходимся, играем до талого. Вот. По первому. Спасибо. Джози, за что? Я поверил. Блин, на самом деле такой тильт просто. Лампа сгорела. Я не могу, короче, сгореть. Ну, короче, такой типа, я шериф. Вот эти вот распальцовки показывать. Я не могу сгореть, короче, показывать распальцовки. А у меня из лампочки вот это вот фонарик на телефоне. Найс, лампа сгорела. Все, я, наверное, первую и последнюю зашел. Завтра куплю лампу. Не, я шерифом был. Я шерифом был, типа, мне на шерифе просто против пятого самострела бодаться никак тут. Не пободаться, тем более без света. Очевидно. У меня первую ночь девятый проверенный красный, во вторую ночь у меня пятый проверенный черный, он самострельнулся. Я просто подумал, пятый сначала откатит, потом не откатит, зачем мне это думать? У меня во вторую ночь пятый проверенный черный, в первую ночь девятый проверенный красный. Просто мне на шерифе никак не бодаться. Плюс восьмой вскрывается шерифом, я точно увел восьмого, я думал, пятый откатит. А он самострельнулся и сказал то, что черные... Кто он сказал? А, он там сказал свои проверки красные. Вот и все. Сейчас все сделали умный вид, такие, и подумали, блин, не, наверное, все-таки пятый больше шериф, чем четыре. Мыслительный процесс изображаем. Здорово! Здорово! Лерамис, привет! Здорово, чат, привет! Привет всем! Здорово, стример, здорово. Алло, СВЧ, алло. Не знаю, пойду сериальчик гляну. Спасибо. Ну как же так? Проверенный красный 3 сказал по 1, а я не поставил. Получается маф. Вот. Получается маф. Зачем? Значит, заголосуйте меня. Я последний же маф, правильно? Знаю. Игра не закончится. Ну и потом будет какой-то противовес, правильно? Правильно. Да, приятного аппетита, Рим. Прости. Спасибо, дорогой. Мне говорят, я делаю. Я кто в этой игре? Я просто красный. Здорово, Марк. Скажи, по первому. Седьмой признался мафом, уйдет. Ну, типа, что? Простая же игра. Знаете, вот это то чувство, когда подумал, что в 0789 тройка, но из-за того, что Рим так говорит, ну, постоянно, типа, какой номер? Одно и то же, телефона. Типа, как-то не хочется его сразу черным писать, просто потому, что ты там много красных нашел. Поэтому такой 7-8 поднять, а Рим посидит. Вот. Все, так, играя в мафию, в принципе, прикольно, интересно, мысли, аргументы, речи. Нужно в этом покопаться, мне подумать. Перчатки только мне нужны, я думаю, чтобы в этом копаться. Вот. Я просто думаю, если 9 красный и
игра продолжится, да, Рим, хорошо. Мы сейчас снимем 9, и игра продолжится, например, да. Кто из 7-9-3, 7-10-3? Я думаю, третий больше красный из всей этой тройки. У него была хорошая, типа, речь в ноль. По мне и по два, я так подумал. 4 заиграл, 3 сказал, он из 1-2-3 самый не красный, поэтому 3, я думаю, больше красный. Мав 4 признался. И 7-10, но типа я умру, подумаю, если 9 красный. Чтобы все стояли, чтобы было по-честному. Просто 4 мав, когда я сыграл 1-2, сказал, красава, хорошая позиция, так и надо было сыграть, а то уж я боялся, ты первого в команду не доберешь, говорит 4 игрок черный, поэтому вполне вероятная команда. Не, если без рофлов проверка первого была нужна, это реально хорошая проверка, она нам просто игру выигрывает по факту, ну то есть все, первый красный, нам просто, ну типа не повезло, что не смогли послушать, я уверен, что на 30 секундах этот молодой человек нам бы дал понять, что он красный. Просто не получилось из-за лагов. Ну, вот. Кстати, надо будет написать, у тебя кнопка выставления пропала, да, после того, как ты обновился, да? Надо будет, типа, пометить себе потом, сообщить ребятам, пусть фиксят, потому что баги тут иногда проскакивают. Вот. Ну чё, по седьмому. Вот 4-8. В тот момент, когда я пошел наливать борщ, вот вы вспомните этот момент, вот именно в этот момент мы проебали. Когда я уже понял, что дальнейшее бессмысленно, что просто, ну, можно просто поесть борщ и не тратить время, правильно? Время, деньги, как бы, ну, 15 минут, я лучше борщ поем, чем вот это вот все. Когда я говорю, что 4-5-8 сидит двойка, после чего, Сема, ты не дон, ты вскрылся. Вскрылся. Я сыграл в команде 1-2-3-6. Вопрос, мне куда играть? 3, 1, 2, 3, 6 я играю, правильно? 4, 5, 8, двойка черных. А ты ком, 4, 8, двойка черных. Ничего не напоминает. Я в предыдущей игре то же самое сделал. 1 в 1. 1 в 1. Товарищ на седьмом боксе то же самое сказал. Я вас не знаю, что значит, ну, это красный маркер у человека. Я вас не знаю, значит, он красный. Дальше играть просто... Сюда 1.6. Ребят, осталось 4 рейдера всего добить. Ребят, можете 4 человека, кто еще не прошел туториал в Raid Shadow Legends, ребят, реально потратить около 5 минут и очень сильно стримаку помочь. Вот, если не трудно, правда, сделайте, пожалуйста. Ну, всего 4 человека. Прикиньте, до вас уже 96 человек это сделали, понимаете? А тут всего 4 героям осталось добить цифру 100. С меня гачи стрим, с меня больше. Я пойду пока быстро чай обновлю. Скоро буду.
Так, чат на месте. Что? Что за что? Проверка 3? Да не было проверки 3. В смысле, ты о чем? Ты о чем, Игорь? Я не понял сейчас. Ты о чем? Если проверки 3 не было. Что не так-то? Блин, очень плохо, кстати, что на сайте нету функции, что когда ты... Не-не-не, Клаус, зануда через одну, на следующую зайдет. Пока что без зануды, зануда на next. Жалко, что нет такого, что когда ты кикаешь человека, то ему блочится вход в лобби. То есть он может просто сидеть и спамить 10 тысяч лет. То есть его кикают, судья есть. Да можем из любого чата твоего, моего, можно спокойно взять любого человека на судью. Я думаю, там ребята справятся. Алло! А, можешь зайти с ноута? Ну вот, Иго может с ноута зайти, если что, кстати, да. Так что вам только плюс один надо. А, вы ищете плюс? А Му куда ушел? Му не будет играть? Да не, у нас уже Иго с ноута зайдет. Типа так удобнее будет на самом деле, мне кажется. Ну, это вы уже между собой решите сами. Мне не принципиально. Чатик, давайте поможем стримеру добить 100 рейдеров. Нужно всего лишь установить лучшую игру Raid Shadow Legends по ссылке под стримом и пройти обучение. Займет меньше 5 минут. Ну, кстати, не совсем меньше 5 минут, на самом деле. Это чуть больше 5 минут все-таки занимает. Что меньше 5 у меня, например, не получилось за меньше 5. При том, что все равно довольно быстро все прокликивал, все равно типа так. Не в ту сторону воюешь, но я честно говорю, ребят, ну, чтобы не было такого, что я кого-то обманываю, честно говорю, это не меньше 5 минут, это минут 7-8 примерно. Спасибо большое, ребят, спасибо огромное. Не Immortal, я сказал, я твой цвет нахожу, красная карта не равен.
ну, шериф не равен красной карте. Ну, типа активная роль. Рим. Я очень хотел вытянуть первый слот и сказать речь. Речь Джоди еще не слышал. Я вас не знаю, спасибо, пас. Что бы ты делал? Ты знаешь, того деда в будке, я вас не знаю, идите нахуй. Нет, это я про то, что ты сказал, что это мой маркер на красного. Да я роплю, типа, алло. Ну, я однажды понимаю. Просто черный такой скажешь и все, типа. А ты врешь, я с тобой катал и не раз, и не да, два. Да-да-да. За столом у Роджер, там вот это все, когда... Ну, мы игр 5, может, сыграли, около того. А, кстати, да, а другие слоты, кроме седьмого, в игре бывают? Тоже такой вопрос возрел. Не, на этом сайте, короче, подкрученные слоты, ну вот, как мне показалось... Хороший слот, наслаждайся. Реально очень часто такое происходит, когда ты можешь 4 игры подряд сидеть на одном и том же слоте, и это типа нормально считается. Да, да. Я, кстати, с 4 по 7 слот уже вообще не видел вообще. Ну вот. Мне вообще кажется, что Иосиф тебя видит. Плюс, ребята, Bloodtrail, кто только что прошел обучение, будьте добры, чтобы я знал. Все, запускаю.